Очень давно я посетил Индию. И однажды, когда путешествовал по Индии, мы шли в одном из городов, вернее, это была деревня рядом с Бомбеем. И мы шли в деревне такой, где были очень бедные люди. И в этой деревне я увидел человека, по-нашему это бомж, по их это неприкасаемый. То есть этот человек, который находился в тряпках каких-то, и этот человек курил сигарету. Он называл себя йогом, хотя к йогам он, конечно же, не относится. Это таким образом он объяснял себе, почему он тунеядец и не хочет ничего в жизни делать. Что меня поразило у этого человека? Меня поразило его глаза. Они были счастливыми. Я подошел и начал говорить: мне очень жаль вас. Почему? Потому что вы такой несчастный, грязный и так далее. А он говорит мне: а мне жаль вас. Я говорю: а почему вас меня жаль? Он говорит: потому что я несчастный, по-вашему, но я испытываю здесь бесконечное состояние радости. Мне приятно жить. А вы испытываете со всем своим вот этим мотлохом состояние радости? Я тогда задумался, у меня было на то время автомобиль и недвижимость, я достаточно хорошо зарабатывал, но у меня не было радости. Я не знал, что это такое, быть просто радостным человеком. А у него было. И вы знаете, он был счастливее меня, хотя у него ничего не было. А у меня было все. Но почему же у меня не было счастья? Много времени прошло с тех времен, и я хочу вам сказать, уважаемые друзья, найдите возможность быть счастливым человеком. Вам для этого ничего не нужно. Просто найдите возможность не заморачиваться вот этими всеми заморочками, которые есть. Правильно, неправильно, нужно, не нужно, дадут, не дадут. Помните, вы завтра можете не проснуться. Именно поэтому, кто будет править и кто победит, для вас может быть не актуальным завтра. Завтра может не начаться. Именно поэтому найдите возможность сегодня сделать свою жизнь такой, чтобы хотя бы было спокойствие, хотя бы было чувство тепла. Не нужно клевать и убивать близких людей, гладьте их, им это необходимо. Если рядом находится человек, который кричит и имеет к вам претензии, выслушайте, скажите: конечно, я со всем этим согласна, я полностью это все принимаю, я тебя тоже люблю, все в порядке, не нужно мне ничего доказывать. Найдите в себе возможность хотя бы успокоиться, не колотите себя, вы все равно проживете эту жизнь от самого начала и до самого ее конца. И то, как вы ее проживете в радости или в огорчении, это только индивидуально ваш выбор. Старайтесь, и в вашей жизни все получится. Будьте добрыми людьми, делайте так, чтобы в вашем сердце была доброта, и тогда Бог заполнит вас и даст вам совершенно новую духовную жизнь. До свидания.